Кораллы – это цветы моря в морской сказке. Они такие яркие, праздничные и самой разнообразной формы. У одного коралла веточки похожи, как лепестки костра. У другого веточки заканчиваются сердечком, а третий весь в цветах. И вот они такой своей необычной формой, они передают такую сердечную, теплую и праздничную атмосферу морской сказки. И встречаясь с ними на страничках книжки раскраски, сразу видно, что они украшают, они создают красоту, они радуют своим многообразием форм. И глядя на них, невозможно сдержать улыбку. Настолько они такие красивые, необычные. И благодаря тому, что это мягкие игрушки, с ними можно играть. Создавая вот эту сердечную, теплую, праздничную атмосферу, в которой очень любят приплывать и золотая рыбка, и другие обитатели морской сказки в виде мягких игрушек. Спасибо за это чудо необычное и такое творческое.